Ну чё, народ, вот теперь звук у нас будет, ну... Попросили вторую часть попробовать до пройти, написали, якобы там интересно. Пробую. Если не... с этой игрой. Так, отправляемся. Давай-ка быстренько здесь запиндюрим всё. В принципе, это недолго. Так, всего лишь два, маловато. Мне, кстати, есть шанс получить с обычных противников леденцы эти, но если не считать того, что у меня там по 35 тысяч уже, то да. А мне как бы нафиг не нужны. Не жаль, честно. Такой маленький нюансик. Да, серии, когда вот эти вот идут бесконечно, так сказать, ну, сколько волн ты выдержишь, я там звук не записываю, толк от этого особенно не вижу. Как правило, это все равно перематывают. Так, а ну-ка дай-ка я вернусь и посмотрю, сколько же я сундучков заработал на предыдущем этапе. О! Так, производство топлива. Да ладно, я доберу, конечно. Тут без разговоров. Так. Эффективность завоеванных систем порасти сколько? Вот это уже интересно. Серьезно? Я не ожидал такого подгона. Ну... сейчас неинтересны. Вот это может пригодиться. Погнали далее. У меня печки пока нет, один пень. Раз закончился с Таларисом, вроде бы махаться, но там кажется уже по полной с ним. Она как лагала, так глючит. Ну, как глючила, лагала. Не знаю, как правильно назвать это все. Это тяжело. Тюня. Неплохонько. Сразу босс, вот это любопытно уже. Кстати, по поводу Стеллариса порекомендовали немножко настройки графики убрать. Правда, все интересно одно. Потом расскажу. Хотя да, буду Стеллари снимать, расскажу. Игру я играю, потому что здесь АПК режим есть. В принципе, все.
повреждениям все пока хорошо. Быстренько. Кстати, я все исследования закончил. Это вроде последняя должна быть. Ориентировочно. И последняя? Да ладно. Просчитался, значит. Ну-ка. Девяточка. Маловато.
Да, подкоцать они могут. Так, какие у нас там исследования новые появились? Верно, никаких. Класс. Ладно, сундучка у нас там. Два таких даже есть. Ух ты, ёлопала. Так, тепловых орудий, эффективность леденцов. Здоровье композитной брони. Давай-ка загорсуемся, посмотрим, сколько мы еще здесь сможем выбить, так сказать. Ну, я бы не сказал, что тут прям вай 100%. Ну, неплохо идем. Правда, долго мы тут не протянем, это и так видно. Уже хорошо. Минус один. Кажется, минус три сейчас было, да? Я еще смог что-то сделать оригинально. Это недолго, да? Обсомневался. Ну что, количество леденцов у меня здесь хорошее накопилось. Погнали. Сколько? Я думал, 28 тысяч, не 280 тысяч. Ух, едрить налево, что-то я перестарался. Леденцовый псих, блин, а не герой. Это какой-то реальный перебор злобный. И мне надо при таких количествах леденца делать вот эту вот ерунду. Так, погодь-ка. Где у нас генезис этот? Thank you.
Одна автошахта. Пипец просто. Просто звездец. Так, космическая печь, кстати говоря, здесь нам не понадобится сейчас. Хотя, давай здесь ее поставим. Пока. Суть-то дело. Это все начальный пока бонусу. Уже 85 тысяч. Народ, начальный, блин, бонус. Шесткач. Так, космопорт. Простите, чё? Топлива, что ли, нет из-за этого? Ну да. Сейчас мы изучаем пассивный доход. Ну ладно. Еще даже ничего не улучшал. Ой. А вот научное наследие. И сколько мы теперь производим, простите? Ну, могу сказать, не сила, потому что нас уже исчисляется миллионами. Теперь вообще жопа. В принципе, неплохо. Так. Мы почти в секунду зарабатываем столько же, сколько надо для усиления, прикинь. Порт-то у нас где-то может сейчас тут построиться. Спасибо.
Так. Лихо. Так скоро до триллиардов дойдем. Ох, 15 биллионов мы уже зарабатываем, да? А теперь мы делаем еще вот так вот добавку. Это пипец. Так. Теперь же скач реально начинается. Да уж. Практически триллион уже зарабатываем. Круто. Очень даже круто. Так, ну народ, на этом я закончу. В принципе, будем уже тут развиваться, так сказать, дальше. Я так буду заходить, подзыбливать одним глазком. Попробую хотя бы одну шахту довести до 200. Было бы очень крайне неплохо. Может, какое-нибудь новое исследование откроется. Я что-то сомневаюсь, что я смогу это сделать. Доходы довольно-таки маленькие для того, чтобы до 200 довести. Всем удачи, всем пока.